Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал заявление армянской стороны об угрозах президента Азербайджана Ильхама Алиева силой захватить Зангезурский коридор. Захарова ответила, что Москва призывает стороны воздерживаться от реваншистских настроений и милитаристской риторики, которая вновь может поставить регион на грань войны. Если у вас еще вопросы... Да. На днях президент Азербайджана заявил, цитирую, если Армения не согласится дать добро на строительство Зангезурского коридора через Суникский район Армении, то Азербайджан сделает это силой. Как вы оцениваете озвученную президентом Азербайджана угрозу военной агрессии в отношении суверенных территорий Армении? Мы призываем стороны воздерживаться от реваншистской и милитаристской риторики, которая может вновь поставить регион на грань войны. Мы исходим из того, что заявления и практические шаги Баку и Ереван должны идти в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Что касается в том числе вопроса о разблокировании экономических транспортных связей в регионе, то он также укладывается в ту логику, которую я озвучила. Можно еще один вопрос? Конечно. 20 апреля вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив трехстороннее заявление 9 ноября, открыли огонь в направлении столицы Арцаха Степанакерта, а также населенных пунктов Аскеранского района. В результате стрельбы была повреждена крыша жилого дома в Степанакерте. Как вы оцениваете провокационные и агрессивные действия азербайджанской стороны, направленные на создание атмосферы страха среди граждан Арцаха, а также на подрыв российской миротворческой миссии? Вы знаете, я только что прокомментировала, и этот комментарий в такой же степени актуален для того вопроса, который вы задали.